Ребятушки, вот в таком вот интересном месте притаился букинистический магазин в Калининграде. Называется «Старый Том». «Старый Том». Прикольное название. И здание тоже такое же, под стать. Да и вообще, окружающая атмосфера. Я не знаю, здесь люди вообще ходят или нет. Посмотрите, как здесь все выглядит интересно. В общем, сейчас зайду на экскурсию сюда. Вот что меня встречает здесь. Личная жизнь Ирина Маргулева. Да. Здесь можно надолго зависнуть. Михаил Слонимский. Спецназ. Вау. Какие детективы. Дарья Донцова. Вот человек пишет, а? Не то, что некоторые. Посмотрите. Забита полка. Дарья Донцова. Мир комнатных растений. Класс. Да. Архипелаг ГУЛАГ. Здрасте. Вот это да. Я думал, там это и все. Я думал, вот там это все. А там это не все. Это вот что. Вот это да. Впечатляет. Давно вы здесь работаете? Давненько. 14 года здесь. А вообще... 14 года этого столетия? Да, вообще. Ну не с прошлого же. Мало ли. Мы больше 20 лет вообще. Вот здесь или? Нет, здесь сколько? 14? 10 лет? 10 лет почти. Ну я не знаю, когда мы точно переехали. 10, да. А переехать и там еще? Да. Вот это да! Я такого никогда в жизни не видел. Вот много чего видел, ребятушки, но такого я никогда не видел в жизни. Вы приезжий? Ну, я как бы 75-го года здесь. Можно сказать, что приезжий, правда, не знаю, с какой планеты меня не известили. На нашей планете такого нету. А где эта планета находится? Честно говоря, далеко. Левина, мы ветхая земля, есть где-то другая земля. Это что-то типа того, да. Скажите, а к вам как тут это? А вы знаете, что у вас где лежит? Спрашивайте, что у вас. Не, меня при таком разнообразии я вряд ли смогу сказать. Я просто в шоке. Ну, можете хотя бы с жанра начать, подскажу. Не-не-не, это бесполезно. Меня вот абсолютно все интересует. Я тут как бы. А вы рекламу даете? Как вас люди находят? Кто-то через сарафан, кто-то через группу ВКонтакте. Раньше у нас сайт был, но он по техническим причинам не работал. А как группа ВКонтакте у вас называется? Старый Том, по названию магазина. Старый Том. Ребята, Старый Том, заходите и ищите. Старый Том, вы поможете наверняка. А какой здесь адрес у вас? Улица генерала-лейтенанта Озерова, 19, корпус 2. Генерала-лейтенанта Озера, 19, Озерова, 19, корпус 2. Ну, Старый Том, вы... Словарь иностранных слов. Фразеологический словарь русского языка. Вот это да. Гёте. Здесь можно часа, наверное... Какой часа? Здесь можно неделю, наверное, у вас ходить. Некоторые так и делают. Неделю. Невероятно просто, просто невероятно. Я там велик не пристегнул, его не угонят у меня там. Некому. Хорошо. Физика. А вам книги сдают? Как они к вам попадают? Ну, комиссионный магазин, в основном сдают. Угу.
Что-то случается, сами достаем. По-разному бывает. Скажите, а самая дорогая книга у вас какая? Сколько стоит? Самая дорогая. Петров Иванович, какая у нас самая дорогая книга была за все время? Была. 50 тысяч. Ну да, это из области антиквариата. Ну такое, а сейчас? Ну это вот сейчас и есть. Бывали, по-моему, и дороги. Бывали же у нас дороги? Ага, английская литература, вижу. Ну, собрали. А, самое дорогое было собрание, где-то больше 100 тысяч. А, Брукгаус и Фрон? Угу, он сам. Ага. Китайский словарь. Фридрих Незнанский. В общем, если будете в Калининграде каким-то, в общем-то, я бы, наверное, даже ради просто этого магазина приехал в Калининград. Вот честно вам скажу, честно, вот ради этого магазина я бы приехал в Калининград. Прямо вот как-то у меня новая иллюстрированная энциклопедия. Андрей Сапковский, Ведьмак. Вот это да. Вот это да. Клиффорд Саймак. Курс физики. Синий по планете. Ремонт и монтаж судовой дизельной установки. Не знаю, я вам все не могу показать, потому что это невозможно. Тут как тут все покажешь? Это... Фантастика, похоже, да, фантастика. Дин Кунс, что ж ответить мы? Эндрю Нортон. Юнис Био. Детектива. Приключения Флинкса. Фантастика, да. Андре Нортон. Большая медицинская энциклопедия. Да, еще тут и пластинки. Вот посмотрите, какие тут пластинки есть. Группа Зоопарк. Ух ты, Сандра. Аполлон. Маленький цветочек. Кажется, у меня была такая пластинка. Ребята. Ну вот, вот за этим я сюда и приехал. Юрий Лоза. Ну что, друзья. Ну, Юрий Лоза, я думаю, это очень ценный экземпляр. А может даже и бесценный, скажем так. Давайте прямо говорить. Давайте без экивоков этих ваших. Я бы, конечно, что-то еще вам тут. Но я думаю, что Юрий Лоза. О! Юрий Лоза, это, конечно... Вне конкуренции. Клара Хаски. Добрынин. Сама любовь поет. Як Йола. Понятно. А тут еще есть вот что, ребятушки. Посмотрите. Видеокассеты. Константин Никольский. Ну и как отсюда идти? Куда идти вообще? Куда идти? Я бы здесь прям, наверное, и остался бы, в принципе. Микропроцессоры. Справы. Справочник по обработке цифровых фотографий. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.
И я сюда еще приду. Я не могу отсюда уйти просто так. Ладно, Юрия Лазу забираем. Юрия Лазу. А что-нибудь Мураками, старое издание есть какое-нибудь вообще? Какое-нибудь? Сколько старое? У нас прям таких 100% старых книг Мураками. Ну, дай что-нибудь вообще, вот, чисто да. Для себя так не почитать. Как же круто у вас тут. Так, стоит мой конь. Стоит, надо же. Ага. Давай, я уже оценил, да, у вас там ребята серьезные. Города Калининградской области. Кобу АБ. Морские круизы, романтика Европы. Дюна. Чужой, чужие, чужой. Коллекционное издание. DVD. Вау. Мастерство работы со словом Альпина. Роберт Бёрнс. Хаббард. Веллер. Расскажу. Левша. Рами Блик. Там еще книги. Там уже, наверное, шансов нет когда-либо их продать. Походу налет поклонников Мураками лишил нас большинства книг. Что-то я их не вижу. Посмотри внимательно. Гарсия Лорка. Валентин Пикуль. Родзинский. Непротивная планета. Reader Digest. Из Багдада. Большой исторический справочник.
технологии цифровой фотографии. Клизовский. Нет, я такого не слышал. История античной эстетики. Маринина. Хождение под мухой. Виктор Гусев. Да, ребята, холодильные машины. Арнольд Шварценеггер. Представляете? Энциклопедия современного бодибилдера. Как вам такая? Класс. Книга рекордов Гиннесса. Донцова. Пикуль тут скучает, Шишков. Тут еще полынь на снегу. Это, наверное, тут писатели чеховской поры. Юрий Кларов, розыск. Да, Донцова тут смотрю, на молодец, Донцова. Бальзак. Английский язык на научных конференциях. Артур Хейли, аэропорт. Жизнь пресноводных рыб и ловля. Даже не знаю, что вам тут еще сказать. Тут, наверное, одна Донцова, да, у нас. Школа дымоводства, большая книга дачника. А это что? Дымоводство. Дымоводство. Атлас. Как можно уйти? Ладно, надо лозу брать, добежать. Взорчи жизни. Бланки астрономических вычислений. Слоны гигантские. Полярная энциклопедия чего-то. А, просто. Так, понятно. Это лучше не открывать на Ютубе. Убить пересмешника. Харпер Ли. Большой подарок любимой женщине. Вот так вот. Все можно объяснить, но не всем. Дипломаты. Чужой. Да. Надеюсь, так. Это сюда пока положим. Ладно, большое вам спасибо. Вас Станислав Иванович зовут? Точно, а? Я. Очень приятно. А вас? Меня Артем. Да. Артем, Сергей Милушкин. Угу. Я уже зашел. Дорогие друзья, значит, ссылка будет. Заходите ВКонтакте на этот магазин. Я не знаю, как вы. Здесь, наверное, любую книгу можно заказать. Вам пришлют по России, по крайней мере, если что-то понравится. У меня просто нет возможности все тут вам показать. Но тут просто... И главное, говорю, если будете... В принципе, в Калининград можно приехать только ради этого магазина. Вот. Спасибо. Сами видите. Потому что как еще тут? Просто ради этого берите сейчас билет, где вы там находитесь. В Новосибирске, может быть, вы сидите сейчас, не знаете, чем заняться. Берите билет, приезжайте в Калининград и... Можете здесь зависнуть на неделю в этом магазинчике. На неделю. Это минимум. Так что берите еду с собой. И здесь вам где-нибудь постелят. Будете отдыхать.
Так что я прям вот выхожу отсюда с таким чувством, что побывал где-то в очень хорошем месте. Поэтому большое вам спасибо за то, что делаете. Я желаю вам, чтобы вы здесь еще просуществовали еще, по крайней мере, 100 лет. Ну вот. Я зайду через 100 лет и посмотрим. Да. Все, спасибо вам, до свидания. Счастливо. До свидания. Конечно, магазин просто называется «Магазин бесценных вещей. Старый том. Магазин бесценных книг». Поэтому я уже вам все сказал. Приезжайте, будучи где вы там, в Караганде, в Петропавловск-Камчатском, в Москве. Приезжайте, заходите, вам будут здесь всегда рады. Да и я вот тоже, я очень рад, что вообще зашел в этот магазин. Редко получаешь такое удовольствие, честно вам скажу. Все, всем пока. Читайте больше.